Председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова в студии независимого телевидения Севастополя охарактеризовала ситуацию, возникшую вокруг возможного открытия социальной столовой на улице генерала Жидилова, как искусственно сформированную. Здесь мы должны говорить не исключительно в обвинительном тоне в отношении жителей. Я считаю, что гораздо большую ответственность несут те, кто спровоцировал такую реакцию. Вот однозначно. Потому что если бы мы разговаривали в режиме диалога, а не в режиме ультиматума, возможно, нам удалось бы что-то объяснить. В День социального работника с профессиональным праздником Татьяна Щербакова поздравила всех, кто трудится на ниве милосердия в Севастополе. Это люди, которые милосердие сделали своей профессией. Если мы обычно так говорим про докторов, но социальные работники, они не только помогают в сложной ситуации, они еще и предлагают путь выхода из этой сложной ситуации. О поддержке самым незащищенным, многодетным и малоимущим, инвалидам и пожилым людям, а также о милосердии и служении в программе «Актуальное интервью» с Татьяной Щербаковой.